Номер 908. События дня. Колоссянам 3:23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Сергей Игнатов. «Спаси, Христос! Есть и третий вариант действия, когда священник упорствует в своем заблуждении и ожесточении сердца. А известная наша сестра, прихожанка храмов, по своему смирению терпит холод, стужу и дождь при входе в храм, захваченным лютым волком в овечьей шкуре, как мирный корабль морскими волками-пиратами». Вернее, об ней не Жолнеру говорит. Да, так. Галина Влеевская за 11 июня. Да, от ВГА. Вот догадайся, кто такой. ВГА, АА впереди. Там еще можно догадаться, что пишет она Александру Андрусенко. Вот так. «Мир вашему дому! Дорогой брат, благодарю тебя за Симона Харольского. Это ты показал мне его. Найдет тоска, крущинушка, то слушай песнь пророка Моисея, глава 33:1-4, и его исполнение. Взбодрюсь, принимает слово, и всегда вы со Светланой в памяти, как вы». Завтра в день Конституции моей мамочке 40 дней. Это сегодня как раз. Тоскую, мудрость ее вижу по оставленному ей не пени. Не ценим. Все 40 дней ее мытарство молитва шла легко. Господи, помилуй ее. На своем приходе панихиду отслужим, да потрапезничаем. А родне кафе подавай, но стою крепко на стройке своей любимой общины. Все вместе в радости и в горе. Нам все завидуют, напраслины сыпятся многие, но с Богом и с любовью стоим до ныне. При приходе же у нас богословские курсы разных ступеней исповедания веры, основанные другом ИТЛ, битым протоиереем Александром Пивоваровым, так иные настоятели выдумывают пакости, чтобы из их паствы никто не записывался на курсы, якобы что все курсанты становятся нашими прихожанами, да и рассоривают преподавателей, но наш настоятель Кремень. Пожалуй, наш приход единственный в городе строит общину. Были с сестрами на 200-летие Потеряевки. Сестрички на обратной дороге 2 часа молчали. И я с ними молчу. Задала им первое вопрос. Наше впечатление. Ваше. Ответ. Да, места малое, а духа-то так много. Были на небе тоже. Точно, место святое. Туда дорогу выбрали через 2 дальних пруда. Дороги нет. На своем раве еле ползла. А ИТЛ мальчишка, озорной, хотел даже залечь на мою крышу, чтобы получше поснимать-то. Будьте как дети. Но не разрешила по ТБ и бездорожью. Обратно Алексей Устинов вывел нас с Андрюшей. Андрей Головач. Коротко и быстро. По полям, с пылью, но без воронок и бугров. Геолокация народная сельская. Вчера еще раз посмотрела ролик «Миссии лета» 2014-го ИТЛ, где игумен Сахаров, Кирилл, из Берсеневки, резюмирует деятельность и характер Игнатия Тихоновича Лапкина в его присутствии. Полностью с его видением и разумением согласна. Они... У него община настоящая. Люди знают, остаются. Вытащили столы во двор, рядом храм. Дают всем слово сказать. Ну, много ли таких-то вот? И какое он открытое. Вот оцените его. Член Союза писателей при том. Про НК виден Никита
Колесников. Немного переписываемся с ним. Мое резюме: духовное знание по Библии имеются, но применяет так, как ему выгодно. Без широты и глубины. Типа жены. Жены да молчат. Всем. Когда, где и еще. А у Никиты Колесников: молчат всем и везде. Коротко. Мария из Магдалы кричала по спящему Иерусалиму: «Христос воскрес!» И прочие многие примеры. Или Сирахов пишет, что с женой в мир вошел грех и огромная точка Никиты Колесника. А от жены, к примеру, истинная жизнь вечную родилась. Ну, правильно, надо же все смотреть. Через жену пришла смерть, через жену пришло и спасение. Дьявол погубил, говорит, дева, древо и смерть. Дева Ева, древо познания добра и зла, и смерть Адама. В Адаме все умирает. И тут дева, древо и смерть. Дева Мария, древо креста и смерть Иисуса на кресте. Шире богословие, шире. На связи с вами почему? А потому что развивающиеся христиане мне любо и интересны. Всех благ в делах. Простите Христа ради и с Богом. Поминайте и вы меня искоркой памяти, молитвой хоть иногда. Помоги и благослови, Господи. Ждем всех, кто, о ком здесь упоминалось. И Галина Загуляева из Оливии не может приехать. Вот сейчас я покажу, где она. Как говорит об этом Галина. Вот она, Галина Загуляева. Приедем к крещению. До этого у Ливии выпускные экзамены и вступительные в колледж. И отвечу: да что же сидеть-то остальным дома-то? Пусть Ливия приедет попозже. Везите остальных-то, благоприятное время уходит. Ну вот так. Вот тут по-разному пишут. Вот. Дом комфорта. Мир вам, Игнатий Тихонович. Долгие лета. Я молюсь за вас. Я прошу Бога дать вам еще минимум 10 лет. Вы еще очень полезны для слепых и глухих, в кавычках, современных православных. Храни вас Бог. Дальше пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. 5 книг к истинному православию получил. Спаси Христос. Я пишу. Получив книги, делайте 2-3 фото, где вы лично с книгами, и нам пересылаете. Вот видите, как Андрей это. А тут разное училище со благословением, миссионерскую деятельность. Еще непонятно, лица нет. И, ну, я просто говорю, что надо фотографию вставить. И на этом сегодня все. Потому что с Днем Конституции Игорь выезжает в город на день позже, событий дня нету, самому приходится попытаться закачать. А для меня это очень здесь непросто. Ну, как Бог даст.